صلى الله عليه وسلم. Пророк صلى الله عليه وسلم قال. Говорил. من نزل منزلا أي منزل. Тот, кто останавливается в любом месте, سواء في الصحراء, будь это пустыня, أو في بحر, или же на море, أو في كهف, или же в пещере, أو في بيت, или же дома где-то, ماذا تصنع? Что он должен делать? تقول, он должен сказать, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Он должен сказать тот викр, который упомянул сейчас шейх. يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى بغيره. То есть я обращаюсь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, а не кому-то другому. Дозволено прибегать как к Аллаху Субхану, так как его именам, так и его атрибутам. То есть истиаза делать этими вещами. И из атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля атрибут речи. تستعيذ من شر كل مخلوق. То есть ты прибегаешь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля от зла любого создания. ما النتيجة, ما الفائدة? Какой будет результат, какая польза в этом? قال لا يضره شيء. Пророк сам сказал, ничего абсолютно ему не навредит. حتى يرحل من منزله ذلك. Пока он не оставит это место или не покинет это место. يعني لا يمكن تلدق عقرب لا يصيبه شيء بإذن الله. То есть тебя ни скорпион не укусит, ничто тебя не навредит. قال القرطبي رحمه الله. Куртуби رحمه الله تعالى говорил. يقول وقد جربت ذلك. Я, говорит, использовал это. То есть практиковал это дуа или этот вид поминания. И однажды я забыл его сказать и вошел к себе домой. То есть не сказал это дуа. Меня укусил скорпион. Хоть это дуа и короткое, однако польза его великая. Аллаху а'лам.